Заставить полюбить слушателей и зрителей, это как вот задача? Вас ведь очень любят, у вас очень преданные на самом деле поклонники. Это вы для себя объясняете чем? Они любят персонаж, вот какой-то контент, и они любят музыку. Мне кажется, что они... Честно, такой тупиковый вопрос, потому что... Откуда мне по-честному знать? Я себе это вижу вот так вот, а может быть, на самом деле это по-другому. Единственное, что я точно знаю, что заставить людей полюбить себя невозможно, это во-первых. Не, ну это продюсерская задача, как же, ну, с точки зрения маркетинга. Заставить? Да, ну, может быть, это не точный глагол, но... Да, вот максимально большему количеству показать, что это есть. Мне кажется, вот это правильно, потому что заставить-то невозможно. Показать, всем показать, есть это... Ваше отношение к этому, да, к музыке, к музыке. Вот, есть такая музыка, смотрите, слушайте, эй, есть такая музыка. А отношения, это, во-первых, во-вторых, далеко не многие любят, ну, не все. И вот, когда ты это понимаешь... Любят ваше творчество? Меня, мое творчество, вот меня, не знаю, меня совершенно, очень многих я раздражаю. Вот. И когда я наконец-то это поняла, что просто так, ни почему, ты можешь кого-то раздражать, мне как-то проще стало. Вот. Вы раздражаете людей, вы считаете? Ну, кого? Есть такие люди, которых вы раздражаете. Да. Мы опять сейчас не про творчество говорим. Да, я как сутулый персонаж, который много смеется и неадекватно себя порой ведет. Да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».